В современном мире, пользуясь интернет-ресурсом, довольно просто получить любую информацию. Однако она не всегда может соответствовать действительности. К примеру, ситуация с обманутыми туристами, которые приобрели путевки на мошеннических сайтах. Поэтому появление государственного национального портала Абхазия Travel имеет большое значение как в сфере предоставления услуг, так и в продвижении туристического продукта Абхазии. Теперь в сети интернет любой желающий может увидеть проверенную и официальную информацию о том, где и как можно отдохнуть в Абхазии, как сюда добраться наиболее удобным способом, где побывать и что посмотреть. Помимо текстов на сайте размещены видеоролики и красочные фотографии. Кроме того, здесь можно ознакомиться со всеми экскурсионными маршрутами, которых в нашей стране немало. А любители гастрономических приключений могут получить на сайте подробную информацию о самых популярных кафе и изысканных ресторанах. Специалисты Министерства по курортам и туризму постоянно ведут работу над усовершенствованием портала «Абхазия Travel». С развитием туриндустрии информация на сайте также корректируется и дополняется. Исключается в первую очередь момент мошеннических сайтов. И как бы мы этот сайт позиционируем также в Российской Федерации через Ростуризм и другие агентства, которые занимаются поставкой, иначе говоря, туристов в Абхазию, как сайт, который будет информировать туристов обо всей информации первостепенно, которая им будет нужна на территории Абхазии. Интернет-портал был запущен Министерством по курортам и туризму полгода назад. И уже можно с уверенностью сказать, что он набирает обороты и пользуется спросом. В день сайт посещают около 500 человек. На нашем туристическом портале будет такая функция, как отзывы туристов. Тот или иной турист, который посетит объект, воспользовавшись нашим порталом, может будет оставить отзыв, как его приняли на объекте, как ему предоставили качественную услугу, что, как говорится на профессиональном сленге, называется обратная связь. Туристы из Саратова, которые впервые приехали в нашу страну, приняли решение отдохнуть в Абхазии после того, как ознакомились с информацией, размещенной на Абхазия Travel. Мы делали запрос на портале Яндекс и увидели сайт Travel. Было очень много информации, полезной для любого туриста, нужной. И детально рассказано, где можно остановиться, как можно вкусно покушать, какие экскурсии посетить, какие цены в номерах гостиницы. Национальный портал Абхазия Travel создавался опытными разработчиками, которые постарались сделать его красочным и удобным для пользователей. Изначально перед нами стала задача редизайна сайта Абхазия Travel. И мы разработали уникальный дизайн с нашей командой, интегрировали его в систему 1С Bittrex, наполнили информацией, которую нам предоставило Министерство по курортам и туризму. И еще одна немаловажная деталь. На сайте размещен номер горячей линии, по которому любой может бесплатно получить необходимую информацию с 9 до 18:00. Сария Гварацхелия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.